Наша компания уже давно занимается эксплуатацией молочных автоматов, уже около 5 лет эксплуатируем, и на основании этого опыта сделали свой автомат, который получился лучше и дешевле, чем иностранные аналоги. Появились какие-то обстоятельства, которые от нас не зависят, такие как курс евро, например. Но, кроме всего прочего, мы в процессе эксплуатации обнаружили масса моментов, которые можно улучшить. И мы это сделали. У него более продуманные детали, так скажем. По сути, это тоже тот же автомат. То есть тоже налив молока, которое было надоено вчера вечером, допустим. То есть это самый кратчайший путь. Но есть масса деталей, ну, как кронштейны, другие баки, другие полики. Ну, то есть это на 80% другой автомат. Ну, это так сразу не расскажешь. Это нужно вот все открыть, показать. Он более удобный с точки зрения обслуживания именно. Кроме монетоприемника и купюроприемника, мы все делаем, все части мы делаем, ставим российские.